В сентябре 2018 года на крупнейшей транспортной выставке «Инотранс» в столице Германии состоялась мировая премьера высокоскоростного юнибуса Skyway. Его беспрецедентные технические характеристики – это результат продолжительной работы сотен сотрудников закрытого акционерного общества «Струнные технологии» под руководством генерального конструктора компании Анатолия Юницкого. Несколько лет она велась в режиме полной секретности, о причинах которой нам рассказал сам создатель Skyway. В любом случае, как уже показало отсутствие в Берлине каких-либо новинок от компаний, разрабатывающих самую скандально известную транспортную систему, якобы составляющую конкуренцию Skyway, кто говорит, не делает, кто делает, не говорит. Там стоит модель этого юнилета. Сейчас уже ее, уже два года стоит. Да, давно стоит. Потому что мы сделали модель, чтобы продуть. И получили уникальные характеристики. При этом, когда мы продували в Санкт-Петербурге, в одном из таких ведущих институтов, где есть труба и так далее, которые говорят, мы знаем, как продувать, у нас специалисты, доктора наук по аэродинамике и так далее. И когда продули и сказали, что CX 0,25, я сказал, вы что, у нас CX должен быть 0,05. Вы ошиблись в 5 раз. Они говорят, как? Я говорю, давайте разбираться с вашей трубой. И стал смотреть. И говорю, смотрите, вы что, не соображаете, что ли? А это доктора наук. Я говорю, смотрите, вот стоит модель, она не очень большая. У вас стоит подставка, стержень, на котором стоит, вот спалец толщиной. Так вот у нее CX около единицы. И представьте, что по миделю, а у нас CX 0,05, увеличьте 20 раз. Считайте, что вот такую поставили вот фанеру, и это сопротивление переходит на юнибус. Указал на одну ошибку, на другую, на третью. Тем, кто говорит, мы знаем, да? И они 3 месяца переделывали, а потом продули. Они трубу переделали 3 месяца, чтобы правильно продуть. И подтвердили CX. Понимаете? Так эта работа вот по скоростному началась давным-давно. И модель не показывает не потому, что ее не было, потому что нельзя это показывать раньше времени. В том числе конкурентам, в том числе нашим противникам.